Автомагистраль Ереван-Гемерли на данный момент закрыта. Блокаторы, жители общины Верхней Ганлы-Джа, Араратской области, они требуют восстановления транспортного маршрута Ереван-Верхней Ганлы-Джа. Нам сказали, что около 3 месяцев назад истек срок действия лицензии компании, обслуживающей маршрут номер 44 в Ереване, который следовал из Еревана в Верхний Ганлы-Джа. Прошло 3 месяца, новых маршрутов не появилось. Единственным транспортом для нас на данный момент являются автобусы по маршруту Ереван-Гемерли, которые перегружены и почти не останавливаются. Напомним, 2 недели назад маршрут закрыли жители Верхней Ганлы-Джа. Потом приехала полиция и попросила открыть дорогу, пообещав, что соответствующие органы решат проблему, но так и не решили. На этот раз жители Ганлы-Джа полны решимости. Сказали, что не откроют дорогу, пока проблема не будет решена. Thank you.